Для равновесия поговорим теперь о продуктах для iOS, а точнее о новых поступлениях в магазин приложений App Store. Давайте в этот раз изучим новинки в разделе «Фото-видео». Я так понимаю, что у владельцев айфонов он пользуется значительной популярностью. Истинно хипстерское приложение Grid Lens позволяет делить кадр на несколько снимков. Можно легко создавать фотокомиксы. Функционал при этом гораздо богаче, чем у аналоговой камеры, в которую вставили объектив о 9 линзах. Цена 99 центов, дешевле только даром. Вот следующая программа, она, в общем, как раз бесплатная. Это подробный каталог объективов фирмы Canon, Canon SG Lens. Информация об объективах содержится с фотографиями, со всеми техническими подробностями и детальными графиками, на которых отображены модуляционно-передаточные функции изделий. Я так понимаю, профессионалы и хардкорные поклонники фотографий очень оценят. Нашло свое приложение для пользователей Instagram. Программа Typo Insta позволяет поместить на инстаграмовском снимке текст. Есть, правда, засада, нет поддержки русских шрифтов. Так что решайте, стоит ли тратить на нее после этого целых $2. Вот Image Blender за ту же цену выдает функционал, который не зависит от родного языка пользователя. Позволяет смешивать несколько изображений в одно. В такой коллажной технике при должной сноровке должны получаться совершенно психоделические картины. Наконец, как же не упомянуть в этом списке приложение с гордым именем Pro Camera. Обещанное профессиональное качество снимков на вашем iPhone. Отдельная настройка фокуса, экспозиции и баланса белого, шестикратное цифровое увеличение хорошего качества, индикатор горизонта, чтобы не заваривался, и доступ к EXIF информации о снимках. За все удовольствие всего $1.